Всем доброго времени суток. Продолжаем проходить Экс Макина после очередного довольно-таки длинного перерыва. Ну, лучше поздно, чем никогда. Так, а что у меня вообще говоря за задание там? Выследить агрессора. Угу. Да, награда, конечно, такая себе, мягко говоря. Но мы возьмемся, мы посмотрим. Правда, я чувствую, что как только я попытаюсь наехать на этого бандита, кто-то наедет на меня. В общем-то, я уже бы должен был бы подвергнуться нападению, но пока везет. Так, что у нас тут? Рапира без прицела. Оставляем местным жителям. Они тут даже есть. Как ни странно. Так, о, тут можно поторговать. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, фагот почему-то довольно дешев, хотя, может быть, я просто уже отвык от таких цен. Да. Ну, вот, по крайней мере, вот бак такой же, как у меня тут есть. Это то, что, так сказать, из относительно дорогого. Хотя... как-то он дешево стоит, меня это немножко настораживает. Ну да ладно. Так, артиллерия. Ну, мне этого не надо, собственно. Погод продаем, а вот сигареты, наверное, оставим пока что. Как-то больно дешево их тут берут. Давайте посмотрим, что у нас по другим. 15 я вижу вот здесь. Здесь 14, и в Нефтеграде неизвестно, поэтому пока что прибережем эту штуку. Так, ну понятно. Тоже, кстати, неплохой вариант, но я все-таки предпочту маскировочный. А, можно поговорить, между прочим, может быть даже задание какое-нибудь подцепим. Так. Приветствую тебя, путник. Если какая-то работа, ворится девиз. Вот, 19 тысяч, это уже другой разговор. Естественно, я берусь. Переговорщик, так. Нет, ну, мириться я ни с кем не буду. По той простой причине, что я ни с кем особо и не ссорился. Скорее, они со мной. И это уже их проблемы, скорее. Так, там доты. Да, доты там уничтожены. Это радует. Нравится мне эта локация, одна из моих любимых. Как-то тут так спокойно, несмотря на то, что кругом психи вроде как. Но музычка подходящая. Ну и сама по себе пустыня, это все-таки нечто такое релаксационное. Так. О, что-то там уже... народ веселится, я смотрю, да? А что это у нас тут такое? Это вы меня встречаете как-то не очень дружелюбно, ребята. Я тут приехал, понимаете, к вам. Нахваливаю ваши пейзажи. Ну, вас, правда, не нахваливаю. Ну, особо и не за что. В конце концов, это вы, поганцы, сожгли ферму родную нашего главного героя. Кто-то вот из вас, наверняка. Угу. Угу. Там можно и это, в общем-то, выкинуть. Ну, бутылки оставлю. Мало ли. Все, что не портится, все будем возить с собой. Все остальное продаем и выкидываем. В общем-то, как обычно. Так. Навевает мысли о безумном Максе все это дело. Особенно, так сказать, учитывая недавний фильм. Игра, по-моему, кстати, уже вышла. Правда, не знаю, ничего пока не смотрел о ней. Никаких ни обзоров, ни видео. Хотя, если честно, я обзоры уже очень давно не смотрю. Как-то не знаю, всегда я считал, что собственное мнение, оно важнее, именно вот сам поиграй и уже тогда решай,
какая это игра. А все вот эти вот обзоры, ну, конечно, чтобы какое-то впечатление первоначальное об игре сложилось, это все хорошо, это полезно, наверное. Но, с другой стороны, если бы я читал, например, обзор на Ex Machina, той же игромании, кажется, игромании, то вполне возможно, я бы игру эту никогда так и не увидел и не попробовал бы сам. Вот. Поэтому самое оптимальное, на мой взгляд, это все-таки посмотреть какой-нибудь трейлер, если уж так хочется. Но порой, честно говоря, и скриншотов вполне себе хватает. Ну а дальше уже либо игра вам понравится, либо нет. Но это уже будет ваше мнение непосредственно. Смотрите-ка, как далеко надо ехать, а? А мне еще потом в обратную сторону пилить, там, по основному сюжетному. Но сегодня мы, наверное, немножко погоняемся за местными бандитами. Вот, кстати говоря, и они. Ну, ситуация, в общем-то, аналогичная предыдущим заказам. Опять не подстроены эти ребята под уровень моего грузовика, скажем так, хотя на грузовик это уже мало похоже. Такой качественный беттер, технологичный весьма. Ну, пусть будет так. Опа. Так кто это такой дерзкий? Стреляет с артиллерии своей. Ага, между тем у меня кончились патроны, что не есть хорошо. Воу-воу-воу. Тихо, тихо. Похоже, надо все-таки сматываться. И стоп мне в этом вряд ли поможет. О! Заказ. Смотрите-ка, вот он. Да. Последний остался патрон, и я его профукал. Пробуйте что-то задавить банально. Это, конечно, халтура полная, но пойдет и так. Не хочется сейчас ничего переставлять, тем более тут можно подъехать и пополнить боезапас. Поэтому, наверное, так я и поступлю. Тем более у нас тут есть торговец и почему-то очень маленький, возможно, карликовый бульдозер. Не знаю, то ли мы уже так вымахали, то ли бульдозер действительно не самый большой. Вернее, это даже не бульдозер, это трактор. Союзник, тем не менее. Так, это не тот город, который мне нужен. Спокойно, а что это? Это гараж, я так понимаю? Да, это гараж, смотрите, значок какой интересный. То есть его можно действительно прикупить, но разочаровался я в этой опции мода данного. Честно говоря, мне уже неинтересно покупать гараж. Ну, не нужен он мне просто-напросто. А вот смертельный слон я возьму. И смотрите, валяется тут один в пыли. Но, тем не менее, он, в общем-то, что называется, в смазке практически. Так, с боезапасом надо быть поаккуратнее. Расходуются на раз. Так. Работа. Караван Мардана. Ну, почему бы нет? Я в ближайшее время буду где-то тут, в окрестностях кататься, поэтому почему бы действительно и нет? Ай, ладно, забирайте. Забирайте сигареты. Что касается слона, я даже и не знаю. Давайте, наверное, пока пусть он у нас побудет. Все-таки это смертельный слон, а не какой-то там. Вот. Мало ли что. Что называется, а вдруг? А вдруг я решу все-таки плазму использовать? Вообще можно хотя бы одну пушку себе поставить, но... Да, единственное вот неудобство именно вот такого варианта, это то, что заднее все-таки орудие у нас получается
при лобовой атаке бездействует. Это минус. Но в основном-то можно вот так вот всегда положение это исправить. Так, там чего-то тоже есть, но я, наверное, уже или посмотреть поехать. Давайте посмотрим. Вернулась ко мне жажда поисков ништячков различных, но, я думаю, ненадолго. Охотник, ракетная установка. А давайте. А чё бы нет. Мы ее, пожалуй, израсходуем, да и выкинем где-нибудь тут. Неплохо так, кстати, смотрится. Так, у нас тут мост. У нас тут мост, а маркер куда показывает, не совсем понятно. Куда показывает маркер? Маркер, по-моему, вообще никуда не... Нет, смотрите. А, это уже, да. Все, значит, про маркер мы забываем на время. И двигаемся по маркеру основного задания. Что-то взбесились, что ли? Ну, в общем-то, да, действительно взбесились, наверное. Тут, наверное, хорошо бы все-таки возить дополнительно вооружение. И хорошо бы это, если бы был не слон, который, по сути, тоже с небольшим запасом своим. Но мало места. Просто мало места у меня, поэтому ничего такого, наверное, я делать не буду. Какие-то... А, ну это подспауны, понятно. Это подспауны. Так. А, такая себе штука, честно говоря, это ракетница. Не очень мне она нравится. Это сейчас не мои ракеты были, если что. Вот это были мои, но наведение уже снялось, поэтому толку с них нет. Ладно, немножко повоюем. В основном в этой локации всегда будет вот так примерно. Стоит чуть-чуть отъехать от дороги и уже налетят. Причем тут налетают довольно активно. Выкидываем эту дрянь, она абсолютно бесполезна. Это тоже, наверное, выкидываем. Да, пусть лежит. Ну и приближаемся к цели. Хорошо бы тут я смог перезарядить оружие. Что, опять кто-то? Вот ты нефтехранилище. Доехал без особых проблем. Сейчас загружу полный кузов и прицеп, и в обратный путь. Все-таки меня терзают смутные сомнения, что это именно та миссия. То есть, когда нам давали молоковоз с прицепом, без мода, заметьте. И мы должны были сюда вот доехать, загрузиться и вернуться в целости и сохранности. Но сейчас почему-то мне ничего не дали, что странно. Это Урал дикий решил влететь, за что и поплатился. Но он мне привез неплохой лут, за что ему, конечно, спасибо. Давайте, наверное, по дороге все-таки двинем. Хотя, не, давайте сегодня рисковать. Итак, я большую часть времени аккуратничал, а сегодня можно немножко расслабиться, покататься. А тут дело в том, что города довольно близко, города и вот эти вот, ну, поселки такие небольшие, где можно пополнить боезапас и подремонтироваться в случае чего. Поэтому я могу себе позволить немножко, так сказать, побезобразничать. Так. Куда-то я не туда поехал, кажется. А что у нас вообще здесь? Неизвестно, да? Но тут, видимо, тоже такой пригород какой-то, что ли. Доты, но доты пустые, опять же. Странно все это. Так, там ничего не... О, там, по-моему, ящик, да? Если я не ошибаюсь. Да, какой-то ящик. Давайте посмотрим, чего тут у нас есть. Фагот.
Пойдет. Пойдет. Будет чем расплатиться, в случае чего. Да, с этой стороны они абсолютно не защищены. А вот и торговец. Возможно, это тот самый караван, который мне нужен. Давайте посмотрим. Да, по-моему, это он. Сверимся с заданием. Ну, по всей видимости, это он. Да, хорошо. Книги, сигареты. Вот это забирай. Это что такое? Это же такие декольные КПП. 160. Ну, у меня лучше, поэтому на этом мы, пожалуй, только полюбуемся, разве что. Так, что у тебя есть интересного? Есть у тебя электроника по 28. А сколько она стоит в городе? В городе ее производят. То есть тебе мы ее можем прям тут и впарить, если далеко особо не успеешь отъехать. Это хорошо. Собрали посылочку Давлета. 250. Смеетесь? При моих-то затратах на один выстрел. Да даже, наверное, на бензина трачу на большие суммы. Так, главное, ты сейчас никуда не уезжай. А я тебе попробую сбыть немножко электроники. Хотя... Нет, что-то дороговато. Не хочу я как-то. Учитывая, да, он же тоже продает, что-то я немножко задумался, так сказать. Dash 9. 3000. Да. Сперва посмотрел, честно говоря, так и думаю, о, 300... Вернее, что я говорю, 3000, 300, говорю. 300, думаю, лошадиных сил, ого, вот это да. Вот это мощь. Потом смотрю на свой, где 600 вообще. Да. Ну, давненько не играл. И вот результат. Молот Тора. Аллигатор. Вернее, Алгор неплохая штука. Вполне себе. И, наверное, 40... Скорость, скорострельность. Хотя мне действительно повреждения, пожалуй, нужнее. Пушки-то у меня довольно скорострельные сами по себе, а вот повреждение у них не самое высокое. Поэтому да. Наверное, пусть пока будет именно так. Алгор, Динамон, Файрай. Ну, это все не так интересно, как могло бы быть. Ладно. Ладно, ладно. Марио, ты привез нам обещанное, вот ваш груз. Вот досада, мы ничего не сможем сделать с нефтью, пропал наш единственный специалист по перегонке. А на сырой нефти техника работать не будет. Что случилось с работником? Убежал, как будто мы здесь звери какие-то. Верни его, а то нас он и слушать не будет, а с тобой может быть и поговорит. Да. А где его искать? У нас особо никуда не спрячешься, но это заметно. Деревни все сожжены. Скорее всего, он отправился в Гадат. Больше некуда. Я верну его. Надеюсь, что к тому времени, когда я вернусь, вы мне сможете точно указать, где искать стариков. Ну и отправляемся. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Не надо так себя вести. Ну и давайте тогда уж... Опс. И извините... А вот пальму не я рушил. Так что пальму вы мне не пришьете. Ребята уже рассекают. Хотя это, как ни странно, мирные. Ну, по крайней мере, пока что. Караван, что ли? Ага, да, мирные. Ну да. У-у-у. Кого я обманываю? Стоп, почему это у меня на четверку резко переставилась пушка? Это нехорошо. Что-то взрывается все, ну ладно.
Я тут вообще проездом, если что. Тихо. Краску попортите. Негодяи. О, трактор. А с трактором, наверное, можно и поторговать. Трактор, несмотря на свой такой не самый презентабельный вид, довольно-таки, как можно заметить, бронирован от природы. Купим немного книг. Так, что ты мне можешь предложить? Собрали гараж. Селение гараж. О, я знаю, где селение гараж. И цена подходящая. Подвиньте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Тем более, мне очень сильно по пути. Как раз таки заедем. Так, вот это уже интересно. Такого я не помню. Вообще-то. Умоляю, не трогайте меня. Зачем мне причинять тебе вред? Откуда мне знать, почему люди мучают и убивают друг друга? Оставьте меня. А, так это ты. Да тебе ж было далеко ехать-то. Да что с тобой стряслось-то? Я ничего не знаю, я ничего не скажу. Похоже, этот малый совсем сошел с ума. Придется доставить его назад в таком виде. Хотя вряд ли он сможет помочь жителям Кефа. Ты не посмеешь, отпусти меня. Я хочу знать, остались ли еще в мире живые люди. Если нет, то мне нет смысла сражаться. Но я не вернусь к ним, ни за что. Расскажи, что с тобой случилось, собственно. Мне открылась страшная истина. Я не уверен, что смогу жить с этим знанием. Нет, я не могу этого вынести. Все ложь. Слушай, твоя машина сможет пересечь пустыню. Двигайся все время на юго-восток, и ты найдешь там города, полные жизни и счастливых людей. Только не убивай никого. Может быть, там среди зеленых лугов ты обретешь душевное равновесие, если никого не убьешь. А вы можете, я вас знаю. Значит, где-то есть еще люди, и ты отпускаешь меня к ним. Спасибо тебе, быть может, я смогу спастись. А мне придется как-то выкручиваться в кефе. Ну да ладно. Ой, только бы тебя случайно не это, не раздавить. Ты какой-то ты хрупкий. Очень. Да, 50 всего лишь хп. Ну? И чё? Это всё, конечно, круто. Но я так понимаю, что... А, наверное, это трактор, да. Это трактор, который мы можем себе взять. Как только купим этот гараж. Но осталось только найти, где его приобрести. Тихо вы. Ночь же. Вы, слышь? Трактор еще не куплен, он его портит уже. Совсем сдурел. Как бы я, правда, сейчас сам его не попортил, но вроде не должен. Слан, он в меня? Зараза. Так. Ну вообще, вы видели, а? Наглецы. Похоже, я не смогу ничего сюда довести. По крайней мере, пока я не куплю этот гараж, придется мне его, наверное, все-таки приобрести. Хотя посмотрим. Посмотрим по стоимости. То есть, если стоимость покупки именно самого гаража будет мне выгодна, по крайней мере, часть мне вернется, когда я доставлю сюда посылочку. Так, давайте сюда съездим, посмотрим. Может быть, где-то здесь и продают, собственно. Ключики-то, или не знаю, чего там надо. Какие-то странные звуки везде. Вот эту музыку я, между прочим, не помню. Не знаю уж почему. Но мне она кажется именно незнакомой такой. Так. Не самый аккуратный спуск. Какой мог бы быть. Ну, делать нечего. Придется, наверное... Давайте здесь посмотрим, кстати. Я же, наверное, не со всеми поговорил, да? Хотя должен был со всеми. Обычно я не уезжаю, пока всех не расспрошу. Ну, мало ли. Всяко бывает. Тыкс... Гадат. Забирайте, забирайте. Книги не забирайте, потому что
Ну, вы их, наверное, продаете. Смертельный лазерный испепелитель. Так. Давай сюда. Давай отсюда. Сразу не забудем переставить. Всяко может быть. Интересненького ничего нету. По идее. Бармен. Сезон охоты. Ну давай, ладно. Сезон охоты так сезон охоты. Что-то я еще хотел. Я хотел посмотреть по, собственно, кузовам и кабинам. Что у меня установлено? Фантом у меня установлен. Метеор, череп. Булат. Понятно. Не наш это вариант. Череп, гран. 173. Ну да, тут ничего нет моего уровня, кроме вот, пожалуй, что Булата, но он мне одну пушку убирает. Это не мой вариант. Так. Экскалибур у меня, да? 180. Ну, это 180 плюс, собственно, дополнительная броня. Ну, из близкого тут, пожалуй, что Центурион. Ну, Центурион это не то, да? Да, знаете, похоже, я все-таки собрал именно ту конфигурацию, которую изначально планировал. Вполне возможно, будет еще что-то, но... Я очень сильно сомневаюсь. Так, мы здесь... Давайте попробуем, конечно, проехать. Не хочется, правда, но получать опять в спину. Давай с тобой хоть поторгуем. Давай. Даблет. О, даблет. Я тебе книги привез. Соло ушайте. Может метнуться сейчас туда? Быстренько. Я даже не знаю. По заданиям есть чего? Ничего. Например. Так, давлет, ты это. Пока что не спеши никуда. Я сейчас вернусь. Тут книжки, говорят, хорошие есть, почитаешь. Так, это мы все продаем. Книги покупаем абсолютно все. Так, так, так. Не будем давить местных жителей. О, между прочим, а сколько у меня на счету вообще? Так, где там это было-то? Статистика. Жители убито 4. Ну, да. Парочка по случайности, остальные уже по невнимательности. Так, ой, как сильно в цене-то упали. Эти я, наверное, тебе не буду продавать. Да, пожалуй, не буду. Там уже, правда, пару штук ушла гораздо дешевле, чем я их покупал. Поэтому, ну ладно, не бедствую. Так что могу себе позволить. Так. Собственно, куда мы поедем? Мы поедем по основному. Тихо, тихо. Ну вот началось. Может... Так, ага. Не, это ребята. А, ребят, мне надо пострелять, потому что таймер-то тикает. Да не верещи ты. Не поможет уже. До свидания, тихо. Там уже что-то такое совсем дикое полетело. Но это, по-моему, все-таки... Да, это погод, кажись. Плазма это такая штука. Она большой кажется, даже когда вроде стреляют из мелкокалиберного. Представляю, что было бы. Хотя вот не знаю, честно говоря, я с молотом Тора особо никого и не видел. Как-то не попадалось мне. Ну, тоже такое своего рода упущение. Так, ребята дикие, да? Да, дикие ребята. Харакат какие-то. Но это вроде караван. Ой-ой-ой, сколько вас. У меня ж... Ладно. Поскольку мне не за качество платят все-таки, а за количество. Будем потихоньку набивать фраги, что называется. Потом посмотрим. Чего у них только нет. По-моему, Один там стоял, да?
если я не спутал название. Ну, вроде как это был Один. Но почему-то он не выпал. Видимо, не захотел. Так, сейчас если еще будут книги, мы их, конечно, подберем, но сомневаюсь я что-то. Ребята не самые обеспеченные явно были. Да, вот. Даже как-то немножко стыдно, с одной стороны. Ну ладно, чего уж там. Опять кто-то нарывается. Артиллеристы, блин. Стоп, ты один, что ли? Белас Альфа, ага. То есть, я так понимаю, я на территорию въехал и свой стал. Да. Странные люди. 25, вполне себе неплохо. Тихо. ДТП мне тут еще не хватало. Так. Прикольно смотрится все-таки. Белас. О, другое дело. Другое дело. Так, а это мы прибережем. Собственно, давайте отремонтируемся, наверное, все-таки. Марио. Мы не видим с тобой механика. Ты его нашел. К несчастью, мне не удалось вернуть механика. Он был так чем-то напуган, что убил себя. Мне грустно слышать об этом, но я верю, что ты сделал все, что мог. Да-да. То есть вы все-таки скажете мне, где искать тех, кто помнит. Да, мы обнаружили их деревню. Старики прячутся от всех на побережье. Как только мы отправимся от очередного нападения, то вышлем за ними экспедицию. Негоже почтенным людям ютиться в хижинах. Да, что-то мне кажется, что не с добром вы поедете, но ладно. Спасибо, я им передам ваши добрые слова. Заодно и предупреждение, что пора посматываться. Да. Ну что ж, в общем-то, наверное, продолжим мы уже в следующий раз. Постараюсь на этот раз не пропадать так надолго. Ну что ж, пока всем спасибо за внимание и до новых встреч.